Всем привет, продолжаем играть Mount & Blade. Я подумал об этом и решил, что если я отобью Шалис, я его забирать себе не буду. Почему я не буду? Я объясню. Потому что мне потребуется его заселить, опять же, в его закрома, накидать воинов. У меня, к сожалению, воинов просто не хватит. Мне сейчас нужно укрепить Правен. Вот после того, как я укреплю Правен до такого состояния, чтобы у меня не было с ним проблем никаких, тогда да, без проблем, я пойду и буду заселять уже другой какой-нибудь город, в том числе, допустим, и тот же Шарис. Сейчас мы спрячемся немножко. Что у нас там? Два убитых, двое раненых, у них четыре убитых. Блин, слишком много у меня оглушают, уже четверо, пятеро. У них стрелков много, вот в чем проблема, понимаете? Рыцарь Вигир у меня тут был. Да дай же пройти, дебила кусок. Хорошо. О, а ты откуда тут взялся? Это вообще кто такой был и почему он тут сидел? Шалис мы отдадим кому-то из своих. Черт с ним. Наконец-то. Шайтан Хергита, попробуйте еще убить, называется. В атаку. Кто у нас? Да, конечно, размен больше. У меня идет меньше убитых, но все равно размен очень большой. Очень маленький, точнее. Надо больше убитых с их стороны. Дай уйти, дай уйти, дай уйти. Прибыли новые враги. Я еще старых не разобрал. У них стрелков очень много, зараза. Почему мое подкрепление не приходит? Немало этих ребят. Дай свалить, дай свалить, дай свалить, дай свалить. Все, вперед. Эти узкие улочки, блин, где тут валят всех подряд просто наших. Сестру меча убили. 23 потерянных уже. У нас 84 с их стороны, 23 с моей стороны. Вся проблема в том, чтобы спуститься к ним туда. Если спустятся, то все. Считайте, мы перебьем. Там останутся лучники. Лучники в ближнем бою не самый сильный противник. Прибыли новые враги, блин, опять. Я хочу выглянуть, но, блин, боюсь, что я получу по мозгам.
Ой-ё. Чё вы сюда идете? Не идите сюда. Вот, вот в чем вся проблема. Я своих же и подставил, по сути. Окей, сколько у меня осталось? 27 раненых, 32 убитых, у них 106. А, лестница для штурма, да. Разменять город на деревню, конечно, запросто. Это даже не... От старости, ну не уверен, ребята, что вы от старости сможете тут умереть. Ну, опять же, куча, блин, лучников, гребаные лучники. Прячемся вот тут. Да не толпитесь вы как идиоты. Просто из-за одного придурка, как обычно, все губится, понимаете? Сколько у них? 38 против моих 24, блин, идиоты. Ой, как все плохо. Опять же, вся проблема в том, чтобы прорвать их заслон вот этот из дурацких лучников. Как только прорывается заслон из лучников, все, город падает. Если бы я в тот раз не получил по мозгам, вот, не сдох, то мы бы их разобрали спокойно. Я не знаю, что тут еще делать. Нет, нет, не возьму. Кучу моих перебили. У них 2 убитых, у меня, блин, 30. У меня 24. У них 2. Ну, 4, по сути, да, одного. Десять, восемь. Ладно, давайте попробуем влезть. Да чего вы толпитесь, как идиоты? Вперед! Разбегайтесь по чуть-чуть тут. Разбредайтесь. Не нужно стоять просто. Я думаю, в чем проблема. Они столпились, как идиоты. И стоят. Неизвестно чего ждут. В атаку. Все, пошли. Дальше. Всех убить. Пока сам от этого не побежишь, как дурачок, не начнешь убивать. Да, это, конечно, тяжелый бой. Я очень много потерял, ребят. Давайте, вперед. Дальше. Да что ж вы убиваете, а никого... И... Да, я взял этот город. Вот так вот. Хорошо, молодца. Я, конечно, потерял кучу народа. Но, знаете, оно того стоило. Саранит, пехотинец, забираем. Рекрут, саранит, забираем. Всадник, саранит, конечно, забираем. Лучник, саранит, забираем. Короче, я забираю всех. Всех, кто мне влазит. Разбойники. Ладно, давайте и разбойников заберем, черт с ними. А, заберем вот этих. Сержанты, ветераны. Ветеран. Стрелок, сержант, радок. Еще одного заберу. А, заберу. Заберу. Просто потому что могу. Почему бы и нет. А, нет, не просить награду. А, мне тут никто не нужен из этих ребят. Вот, давайте вам вот эти. Может, они их заберут и будет у них эти ребятки в этом сидеть.
не в тюрьме, а участвовать в войне. Ветеран, Снорт, 4 снайпера, рыцарь сват, рыцарь вегир. Таверна, что ты можешь мне сказать? Кто тут есть интересный? Стражник, Марнит. Преданное, что вы меня ранили и отправили умирать, и я не знаю. С возвращением, Марнит, я тебя давно не видел. Я все пытался его вернуть, он классный чувак. У него прокачана этот рыночная площадь, еда у меня пока есть. Хорошо, хорошо. Все это неплохо, неплохо. Хромой боевой конь. Так, мы выйдем отсюда на секунду. И вот, я опять же отбил обратно этот кусок. Осталось Ялен. Они Суна провтыкали за это время. Ай, твари, блин, я ненавижу их просто. Вы понимаете, пока я отбиваю один город, они провтыкали второй город. А если они Праван сейчас еще и провтыкают, я вообще не знаю, что буду делать. Шалис я отбил. И у меня 67 из 101, блин. Мне отдых нужен. Я пока не отдохну, никуда уйти не смогу. Может, надо было Шалис себе потребовать. Окей. А ну-ка, кто у нас тут? Эмир. Ну иди сюда, Эмир. Давай пообщаемся. Сдавайся или умри. Атаковать. Я не знаю, кому отойдет Шлис, мне, честно говоря, все равно, но я надеюсь, что он хотя бы его не провтыкает. Как они Суна сделали, блин, сейчас Суна разбираться, а потом Вилука. Я не знаю, что это такое, как с этим жить и как с этим бороться. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что у меня не хватает бойцов и рук на все. Если, вот честное слово, я вам клянусь, если они провтыкают еще хоть один город, пока я буду завоевывать другой, я просто выйду нафиг из Родока и буду строить свое государство. Отобью себе город какой-нибудь, где-нибудь типа Шариза вот. И буду дальше строить свое государство, назову его, не знаю, там, Бопландия. Почему бы и нет? Бопландия звучит уверенно, нормально. Так, хорошо. С этим мы разобрались. На него у меня в плену. Норд охотник, копейщик Норд, боец Норд, ветеран. Нордов, блин, куча у него, слушайте. Прям удивляет, чего это у него столько нордов. Главное, 101 человек, 40 пленных. Лучше бы ты, блин, замок захватил вот этот, чем... Короче, вы поняли, я очень негодую с этих ребят. И я возвращаюсь к себе в город. По пути я еще и Суна проверю, что там за... Они еще и замок этот провтыкали. Боже, боже, я вас ненавижу, ребята. Вы просто отвратительнейшие компаньоны. Перекинуться, что ли, к другому кому-то. Арбалетчик 59, 92, снайпер Родок. Вы издеваетесь? Где, блин, вам найду столько людей, чтоб... Так, стоп, у меня ж... Не то, извините, вот. Вилука. Где у нас Вилука? Вилука с той стороны. Давайте съездим, посмотрим, что он там хотел. Они Вилуку пытаются отбить. Никого нет. И где этот граф? О, стоп. А какой у меня там по заданию граф? Ральча. А тут есть Ральча? Барча... Нету. У
я крайне сильно негодую, потому что это маразм. Провтыкать... Знаете, что самое обидное? Я возвращаю один город, а они другой провтыкали. Я возвращаю один город, а они другой провтыкали. Задолбали уже, ребята. Вы издеваетесь, что ли? Как я должен воевать с этими ребятами, продвигать их фракцию, если они умудряются слить все, что я делаю? Просто ты возвращаешь один город, они убивают все. Ты возвращаешь еще один город, они его сливают. Такое чувство, что у них, знаете, стоит программа. Если ты один город захватил, значит другой город должны продать все. Все, что нужно, это... Нет, я мог бы бросить родок, перейти в султанат. Но я не хочу. Мне не нравится султанат. У них желтый цвет, я не люблю желтый. Да сдохни уже. Сестра меча? А, не. Мотельт. Так. А, да, тут нет того графа, который мне нужен был. Тут тоже нет. Ну и где он? Может, ты знаешь? Да опять провален. Да вы задолбали, я ж... Да, принять. 3000 за какого-то полудурка забирайте. 230. У них, блин, количество воинов просто зашкаливает. Вы видели? Это 230 воинов. Так, ладно. Во-первых, конные стражи. Мне нужна сейчас военная сила хоть какая-то, потому что я прям... Все разваливается на ходу. Копейщик ниже. Так, ветеран сват. Ветеран норд ниже. Пускан норд ниже. Так, мамлук, рыцарь сват, атаман, лучник хергит, сунет, хорошо, караванщик, конный стражка. Копейщик саранит, 14. Копейщик, лучник, горный бандит. Как-то так. Ай, боже, как я задолбался, вы не представляете. Ты их вытаскиваешь, вытаскиваешь, а они постоянно все хуже, хуже. У вашего отряда нет еды, паршиво. Давай возьмем еды, тут возьмем. Не то, хотя подожди, это кто? Посредник, борча. Посредник. На. Вот этих троих на. Вот этих на. На. Вот этого, вот этого и вот этих двоих. Риболет, блин, они ж... Я забыл, твою мать. Они замок еще и провтыкали, Риболет, да? Да. Ну, твою... Я не знаю, что делать. Честное слово, я уже начинаю разочаровываться в них. Я просто плюну на все и выйду нафиг из союза. Просто вы понимаете... Правен, блин, сейчас мой. Радагир мой. И Тилбот мой. Мне, во-первых, интересно, что будет, если я выйду из этого. Они останутся моими или меня скажут, типа, гуляй, Вася, все остальное это наше. Всадник. Всадник сват. Так, давайте еще в Правен съездим. Я сдам своих ребят в гарнизон. А именно Хускан Норд.
Тирансват. И пока вроде все, да? Больше некого сдавать. Все остальные погибли смертью храбрых. Вот караванщик, блин, на. Мне все равно бесполезен. Никак не этот. Снайпер сват, наверное, арбалетчик. Толти. Хорошо. Так. Разбойник, воры. Давайте этих придурков посадим. Построить тюрьму. Действуй. Городской гарнизон. Вот этих двух придурков я сюда посажу. Пускай сидят. Что их с собой таскаю постоянно. У меня такое чувство, что они пытаются Дерим отбить. Ну, они, по крайней мере, очень часто что-то там начали появляться. Мы снова, ну, сдавайся или умри. 26 человек, серьезно? Ну, умри, значит. Я ему выбор дал, он выбрал. Смерть, это тоже благородно. Так. Сейчас мы их забьем. Он там стоит, ждет. Молодец. Не дергайся. Будет не так больно. Вроде все. А, еще один остался. Всадник сват. А, и сам эмир был еще. Ну, все, в принципе. Крестьянка забираем. Да, блин, всех забираем, у нас место как говна. Все, что есть, мы забираем. Хорошо. Тут мы ничего не берем. Нафиг надо. И мы с вами, знаете, что будем делать сейчас? Мы сохранимся. Во-первых, Эмерин у нас не пострадал. Дерим. Все нормально, надо заехать взять еды. Эмира, что-то знакомое. Давай, приходи. И вы приходите. Все приходите. Всех возьму. Никого бедным не оставлю. А сейчас мы с вами сделаем следующее. Во-первых, я усилю вот этих. Вот этого. Вот этих троих. И мира у меня... А, я вспомнил, кто это такая. Ты ж лучница у меня. А, блин, это ж та баба, которая постоянно... Всем недовольна была. Ладно. Черт с ним. Не страшно. Мотель, говорить. Снаряжение 37. На тебе 42 будет. Будешь барышней хоть куда. Ладно, не можешь, так не можешь. Неважно. Так. Рыцарь, атаман. Хорошо. Где-то я видел еще кого-то. Всадники выше. Конный страж. Вопросов нет. Наемные всадники. Вот сюда давайте их. Готово. Нам нужна какая-нибудь деревушка. Нам нужно разграбить деревушку и получить денежку за нее. Какие добровольцы? Я собираюсь сжечь вашу... У меня рука не поднимается на эту деревушку, вы понимаете? Так, во-первых,
Мне нужно, чтобы сараниды начали еще грызться хоть с кем-то еще, потому что у нас прям все плохо. Ташкулун. У нас все плохо, потому что слишком много. Они со всех сторон наседают на один родок. Если на них начнут наседать еще кто-то, то есть шансы, что мы сможем хоть как-то выровнять все это. Так. Пока один родок просто не справляется с ними, со всеми. О, это кто? Степные налетчики. Ну, кстати, а у них классные эти ребята. Сдавайся или мне. Вот так он. Вы видели, у него есть крестьянка, у него есть 22 этих... 22 будущих атамана. Двадцать два будущих атамана — это показатель. Они с лошадей послезали, потому что невозможно было воевать на лошадях. Не, молодцы, конечно, только зря. Так, сейчас сесть верхом. Ой, простите. Не то. Так, добейте его, пожалуйста. Спасибо. Вы крайне любезны. Кто у нас остался? А, в принципе, никто и не остался. Сбежало шестеро просто. Да твою мать. Извините. Не хотел это делать. Шестеро. А, это те, которые пытались сбежать. Ну-ну. Четыре, пять, шесть, все. О, Артеминер перешел на следующий уровень, шикарно. Две крестьянки забираем. Горный бандит отпустить. Крестьянка, крестьянин отпустить. Тяжелые бандиты отпустить. Это все, в принципе. Больше мы никого отпустить не можем. Сорняком лук. Лучник. Всадник саранит. Тиран. Маркетанка. Итого мы забираем все, что есть из этих ребят. Шестеро. Я бы больше взял, но тогда придется кого-то выкидывать просто из тех, кто уже есть. Я этого не хочу. Да и не вижу смысла. Вот снайперы. Я бы сдал этих снайперов, взял бы и этих ребят, но... Сами понимаете, все это красиво только на бумаге. Ну и все. Так. Что ж, продолжим уже в следующей серии. На данный момент всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.